Сакраменто County for a missing University of Texas student. Сверху тут три выхода в бойню, да? Так, а мы где играем? Что за карта? Бойня. Где большая бойня? Ну, завод. Завод, типа, это как он в оригинале назывался, блядь? Слаттерхаус. Да, Слаттерхаус. Бойня? Слаттерхаус. Русский. Да, Миша, дай просто урончик кому-нибудь, можешь разрубишь кого-нибудь. Так, ну мужики, я первую бабу уже убил. Хорош. Все, нормально. Сейчас все будет. Смотрите. На большую бойню и маленькую бойню. Надо будет проверять. Вот, я типа первый раз завел. А, ну и все, я завел. Привет, Кеса. Еще раз заведи. А как? Ну вот я ее типа просто подогреваю теперь. Правка в камыши, ты ее типа. Ну тыкаю, ты да. Ты бежишь вперед. Если ты держишь правку в камыши, ты бежишь с ней, понял? И дамажишь. Mm-hmm. Но она начинает перегреваться. Если она перегреется, то ее еще раз придется заводить. Mm-hmm. Так, эта дверь вы открываете там какую-то или нет? Не-не, мы ничего не открываем. Это у тебя они там шалят. А ком включился, блин? Большой бой. Они уже вышли, либо нашумели. Они уже вышли или нашумели. Ну, мне вышли, кажется, нашумели. Думаешь? Думаю, вышли. Пока никого не могу найти, если честно. О, вижу типов. Но мне кажется, они легко убегут от меня. Держи правую. Так, резанул одного. Хорош. Сука, блядь. Рядом с дедом кто-то бегает. Да, дедушка в опасности, блядь. Не спугни. Тут дверь закрыта. Двоих. Я тут внизу шумлю, если что, костями. Че, мне, наверное, уже наверх стоит выходить или еще внизу побегать? Я тут за одним бегу. Смотри сам. Ты можешь сверху пилить нам эти штуки. Ох, он меня огрел нахуй. О, вижу подругу. У меня вот тут выбегает наверху. Я все упустил. Блять. Резанул одну. А у нас все похоже, да? Еще раз резанул. Серваку пизда, вроде как. Нет. У нас все нормально. Нет, ну так, мне начти. Да, мне ей супер хуёво. Ты вылетел со мной? Нет, у меня тип золотой. У меня какая-то хуйня лютая происходит. Так, накормлю дедулю. А еще здесь Миша, чел. Блять, ну кормлю дедулю. Наверху там же, да, где были? Да-да, у меня здесь там. Сука, так похлопал его, блядь. Ага, вижу, где ты бегаешь. Бегу, Саня. У меня в упоре здесь. Обходи, обходи его. Обхожу. Он внутри контейнера? Ага. Да-да-да. Резанул его? Я иду, обхожу с другой стороны. Резанул второй раз? Ладно, типа просто сдаются немного, хуйня. Все, я выебал. Все, ты убиваешь его, хорошо. Мы сработались. Угу. Так, я слышал, как будто слева от меня кто-то, блядь, был. Ломаю эти костяные главы. Я ломаю их, ломаю. Слим один жив, что ли. Ага. Ох, а ты не вылетел, ты нормально все вернулся, да? Ну да, это оказывается тип золотого просто. Ага. У меня это сандей здесь. У меня бежит подруга, у меня на мне. Двое осталось. Две девочки. Резанул ее разульку. Второй раз резанул. Сучка, убегает. Вот где курочки? А, ну вы видите ее. Все, добивай ее нахуй. Да.
Все, зарезал. Хорош. Угу. Дайте мне там будет. Постой, остался где-то. А если я супер удержу правую кнопку, то я побегу, да, с ней получается? Да. Ну, а два будет удержать. Ага. Два перегреется, если тебе нужно будет ее... Заново заводить. Да. Угу. Где-то надо до холода кормить. Угу. Я тут пока поговню. Просто, может, тоже вылетело, стоит где-то поговорить. Все, я надо кормить, да. Вон он сидит, вон, вон. Ага, вижу. Куда он там убежит-то, блядь? А, внутрь пошел, внутрь. Он там пройдет внутрь. Я подойдет его жду, внутрь. Вот он у меня. Ну давай. Давай, Миша. Хорош. Ну вот видишь. Так уж и сложно напили. Да вы что с нами, блядь, типы какие-то играли супер простенькие. Молодец. Я сразу нажимаю. Угу. За следующий матч. Надо, наверное, пилу один раз перегреть, попробовать именно на ПКМ долго удерживать, что будет происходить. Нет, дочь, не смотрела соку еще. Дрова LDR, Даркерги. Нет, наверное. Сегодня пила, Walking Dead и танки. День онлайн игр, да? Да, да. Да мы, бля, из Кири вчера долго сидели, и я потом еще долго, блядь, сидел. И я проснулся супер поздно и такой ебаный в рот. Посмотри, Миша, навыки нажимаешь и качаешь что-то. У тебя там 5 штук первых есть. А у меня разве дались уже? Да, да, типа там начальные дались. Выбираешь, типа, перк, лучше правый, наверное. Типа, вы за это заплатите, нет, да, дееспособного? Не, выбирай его с меткой. Там потом сбросить все. Там, пожалуйста, выделяют для всех членов. Во, вот выделяют для всех членов семьи, это охуенно. И вот эти звездочки качали. Угу. Может, пока фулл звездочки пора. Ладно. Не, вот радиус обнаружения курицы заебись. Ну, это, если ты будешь брать этот перк, то бери. Угу. Ваша сметливость увеличена на 3. Что такое сметливость? Урон. Ага. А, сука. Так, ну и все получается. Один перк у тебя, звездочку можешь качнуть сверху. А, вот эту? Давай. И нажимаю снаряжение. Там снизу выкачиваю плюсики. И вот у тебя 5 перков. То есть... 5 урона можешь взять, ага. Или 5 выносливости. Я, наверное, возьму... Ну, вот тебе надо урон максимум. Урон, да. Да, да, урон, урончик, конечно. И вот перки можешь новый. И скилл деда возьми себе. Скилл деда. Скилл деда вот последний. И вот можешь выбрать себе какой-нибудь перк. А что значит удар из-под тишка? Это если сзади ножом кто-то хуярит. Ага. Не нужный перк против новичков. Да, на самом деле. Вы не слышали, как чел сейчас сказал что-то про Big Sausage? Не, я не слышал. Big Sausage. Войс. Предрафт мейл. И можешь убийство другое выбрать, но это похуй. Потом там. Да, посмотришь. Вообще поебать в натуре. Подними, пожалуйста, баннеры чуть выше, а чё они закрывают? И вот видишь, у нас у всех есть перки деда. И с каждым уровнем, только на третьем уровне деда все наши перки будут работать. На первом один, на втором два, на третьем три, понял? Угу. Миша? Да-да-да. Мы опять на скотобойне. Пишет лузмап. Лузмап? Да там ахворд этот ахойд, блять. Против нас ЛК босс и ЛП босс. Друзья. Привет Твичу от Джеффа Безоса, здорово! Я включу у себя аккумулятор. Ты можешь вообще это... срезать чела и слышать, как у тебя сзади чел
типа у тебя за спиной в этом комнате, ага, ага. Он может выбираться, там его может рядом с тобой резать. Угу. Это, Кири, сколько у тебя битрейта в ОБСе стоит? Без понятия. А, серьезно? То есть ты там ничего не менял вообще? Это да можешь посмотреть в ОБСе справа снизу. Давай сейчас глянем. Там же прям снизу. Пропикселять вопрос? Типа. Ну да, да. А у тебя так не пикселит? Я думал, так у всех. Ну, мне кажется, что нет, у меня так не пикселит. У Кейка вообще не пикселил, я сегодня смотрел. Но... Трансляция, вывод, это где смотреть-то? Справа снизу, там где потери кадров, нет? У меня 6 тысяч стоит. 6 тысяч? Сколько надо? Ну, странно. Ну, 6 тысяч у тебя. Тебе больше и не даст. У меня 8 тысяч. Включил аккумулятор. А, вижу чела. Сейчас буду его преследовать. Чего, блять, они... Они уже вышли? Охуеть! Прикольно! Блять, они у меня тут снизу бегают. Мне нужно быстро ловушки ставить. Сука, блядь. Ты чё, бля, меня тут булит нахуй, чел. Быдляк, блядь. Сучара, нахуй. Я знал, что он там, блядь. Я знал, нахуй. Ой, блядь. Да ебать, меня костями режут внизу, нахуй. Я все-таки перк нужен был. Когда получил. Что ты дурачка, блядь? Он не деда будет резать, он где-то левого уровня, поэтому так. Бля, а меня тут дурочка внизу водит, и у меня стамина. Сейчас. Потом заорал. Нормально. У меня здесь ходит, смотри. Травил одного. Наверху уже, да, они? У меня двое здесь. Деда идут убежать. Иду наверх к вам, парни. Сейчас только найду, блядь, выход. Чел упал от яда? Или упадет сейчас? О, убежал деду. О, убил его прям, да, вот этого, один которого отравил? Хорош. Либо он-то убил, да, отравленного. Хорош, я дедушку кормлю. Мы тоже сдох. Я понял, я, короче, плюнул в контейнер, а у меня яд долго держится, и он туда наступил сам. Хорош, мэн. Сам побежал в другую сторону. Что-то мы ЛТ-боссов ёбнули. Это, видите? Конечно, они и боссы. Не вижу. Только кормлю деда, СМД сейчас покормлю деда. Бля, у меня так забавно кадры дропают, когда я распиливаю всякую хуйню, блядь. Че, а че ты стоишь-то? Он не голоден, потому что... А, ты же ЛКД. Тоже кормит. Да, да. Я же убил чела только что. Я думал, ты уже покормил просто. Не, он решил поорать. Бать, что? О, вижу его. Кто такой? А вон он сзади. У меня прям за спиной в колодец нырнула девка. А, он был, внизу, да? Да, да, да. Я перелезал в дырку и вижу, у меня по спине тень какая-то идет. Покорми деда. Ну, тень от солнца, типа. Угу. Я сейчас добью до пятого, если покормишь его. Нет, зачем ПКМ спамлю, так что бы это? Посмотришь, ваш маленький завод, Сань? Что, блин, не тухла пила? Ее же надо поддерживать, нет?
Походу увидел чела. Это ты меня увидел. А, блядь. Не, погоди. Точно ли я тебя увидел? Ну да. Да вроде нет. Не надо, я тогда не поддерживал, у меня потухла пила. Закрой эту дверь здесь. Одна, по крайней мере. Маленький завод закрыт. Я иду где-то на пятый уровень делать. Так, у меня тут дверь закрыта, возможно, он откуда-то отсюда вышел. Маленький завод чист, проверьте пони большую. Большая дверь закрыта. Там два входа ранее. Ну, один закрыт с фьюзой. Кормлю деда, готовьтесь смотреть. Открыли эту хуйню. Какую? Пайпу. Сейчас главный выход откроется, где дед сидит. Ага, понял. Иду туда. Я закрываю вентиль. Давай. Давай закрываем. Дед уже фул, показывает всех. Дед если я закрою, фул. То дверь не откроется? Не да, не откроется. Я закрыл. Тут у нас укоса не было, странно. А что тут дед его не светит? Подперк на балах, не знаю. Это ты там бегаешь, Саня, да? Да-да. Вон он подвал. Внизу, да, что-то мутит там. Вентиль открывает, скорее всего, или что-то делать. Не-не, я около вентиля стоял. Он в подвале, я иду в подвал. Я тоже в подвале. Вижу я. Ага. Лезет на вентиль. А, нет, не лезет. Да нет, всё. Да, какая же блядская камера, вообще фул неудобная. Ну вот что это такое, ты видишь, да? Это я фул пиздец. А, она упала? Убил? Да, я ее казнил. А, давай, хорош. Ага, вижу. Вижу! Капканчик все не сработал, блин. Не, перки качаются по чуть-чуть, но очень мало уже. У меня товара кач нормально идет. Третий левел дали. Новый предмет какой-то открыли еще. 10 СП у тебя открылось, Маша. Угу. Качаться дальше. Интересно, а Бубу можно вкачать так, чтобы он чисто спил и ваншотил? Да, конечно. Я думаю, да. Он и так спил иваншотик. Здесь на стене срать можно? Наверное, но это если против Steam Chill. Если он пилу на фул заряжает, против консольщиков одних лупим. Ну я думаю, либо с перками какими-то я хожу. Но у него урон на 50 должен быть. У Максона, если что, все оранжевые перки. Оранжевые перки это на урон. Anna, ain't nobody wanna be Anna, bro. I was playing as the family last night. Yeah. Бля, чё они там пиздят? And I'll tell you what, bro. I got like one match I had two kills. Let's go. And another match I had another kill. All right. And there was one match, the first one I did, I didn't have any kills. We ended up killing everybody, but I didn't kill anyone. It was like 2-2. But the other two killers in the thing. Yeah. But then sick. I went into another match and I had two kills and I'm like, all right, now I feel like I'm actually helping. And then in let's a third go, match dude. I had one kill. I'm down with that. That's sick. I've only had a couple matches. Yeah, Миша, like, full run. Like, красный это добивает. Never escaped. Там одно, второе доступно. It's tough, but good job. I told you you could do it. You just gotta keep practicing. Вот тебя не часто же оглушают. Bro, да. У меня навык какой-то охуевший вообще на ловушке.
Типа чел, когда попадется в ловушку, он помимо того, что он лутает свой урон, то когда он выберется из нее, в течение 15 следующих секунд он по одному урону в секунду лутает, а еще 15 урон сверху. А на третьем уровне это будет 30 секунд, то есть 30 урона. Я, кстати, твои ловушки отравлять могу, ты знал? Нет. Говорят, тяжко на манах играть. На выживших интереснее играть все равно. Кто говорит? Я. Кто я? Я Миша Графон. Не, на манах не часто играть. Нет, я говорю, интереснее на сервах играть. Да, ну да. Ну, на манах тоже интересно. Что это за карта? Я не писал, заправка? Дом это, да, Family House. Family House? Угу. Начинаем пугать пилой. Я тут справа прокси беру. Угу. Я на этом сандай беру. Угу. А там у аккумулятора ты собери, ладно? Угу. Я могу твою ловушку отравить. Да не попадают туда какие-то, да. Да, флайвер это крутой перк, надо до него добраться. Хотя ловушки надо там на выходе ставить, там три выхода в доме. Тебе на каждый выход надо по ловушке поставить. Так они сломают просто, да и все. Ну я пока внизу только укрепление ломаю, блять. Я их отравлю, они будут подсвечиваться, кашлять, хуёво будет. Ну ладно, пойду попробую реально ловушки поставить. Генератор включил. Хорошо. Так, это я если шел внизу. А если я буду шуметь, дед может проснуться? Нет. Хорошо. Так, ну три препятствия ему уже разъебал тут, блядь. Где они нахуй? О, вот это кто шо? А, это мощный, наверное. Нет. Я сейчас разбужу сам деда. Только что видел желтый бутылку. Разбудил деда сам. Разбудил деда? Хорошо. У меня тут подружка внизу, я ее два раза коцнул, но она убегает. Но коцнутая. Тогда можешь спуститься, помочь, если хочешь. Она стоит, тупит. Вот ее дед помечает. Он и сверху еще. Ага. Да. Хорошо. Вот он, пила. Прирожденный маньяк. Но остальных вообще пока не вижу, если честно. Где надо второго уже? Ну, две ловушки на выходе я поставил, одну дефолтную я ставил. Пусть так вот. Ага. Увидел кого-то? Да, увидел. Ух ты, помещи. Ты же закрываешься сам за собой дверь, наверное? Конечно. Так, вижу мэнчика. Бегу за ним. Блять. Где такого? Лестница. Поноса. Резанул разульку его. Вторую разульку тоже резанул. Но у меня стамина уже все. Я... А! Забей. Меня чел толкнул, но он не прервал мне убийство, блять. Сука. Корми деда, иди корми деда. Да блять, зачем, если мы сейчас всех можем убить тут внизу, блять? Кто-то у меня еще что-то. Да, я понимаю.
Ты прям за ним бежишь? Нет, я думал, я его отрежу, а он где-то куда-то делся. А я думал, это он кости задевает. А, нет, это я, бежал. Это я. О, у меня подружка. Отравил чела, у меня тут. Отравлен, он видно, его подсвечивается красным. О, сучка, блядь. Бегу за девчонкой, вот тут прям, если отрежет, то я кто... Ой-ой-ой, отравил! Хорош, Киря, хорош! Или кто это, Саня? Или Саня. Я-я. Вот это. А все, блядь, забей, нахуй. Вот это вечеринка. Пиздец, блядь, игра. Она на моя, да, если забежала? Да, да, она прям на яд забежала, блядь. Не, это жестко сейчас было, принять все такое. Суровый слабый бомба. Ну да. Да не, я говорю, если нам нормальные челы попадутся, они так нам жопу намылят, блять, мы охуеем просто. Да мы сегодня весь день ебем. Угу. Ну да, у нас максимум по одному типу убегало. Нет, два было, один раз. За три часа. Да. На заправке, помнишь? Мне кажется, там один. Там двое убежало. Один сначала убежал, а потом последний съебался в конце. Когда мы еще не догляделись, смотри. Но с тех пор мы что значит вращая флайвер? Типа ударяя или что? Миша уже пятый левел. О, щит типы, блять, говорят. Ебать, просто весь стример играет. Ой-ой-ой, круто. Налево, Миша, там это особый перк. Посмотри, что он дает. На левый, типа, мастер-ключ, который? А, не, на хуйня. Залупа, если честно. Это универсальный донор тоже хуйня. Ты потом можешь респектиться в другую ветку, посмотреть. It's a Newcastle game, what's a bit hit or miss. Так, sorry guys. Oscar Norby. Big up. Ты все-таки взял, да, что нож, типа? Нет, вроде бы, или он у меня стоит сейчас, секунду. У тебя там с ножом какой-то прям. А, нет, удар по жетам выделяет ее для всех членов семьи, этот навык. А как его модифицировать? Сейчас просто играть, видишь, у тебя уже экспана нет. А-а-а. Но он на самом деле говно. Да нет, в смысле, нормально. Мы на колесико мыши и так узнаем, где типы, когда время появилось. Рядом с тобой. Все равно проще, мужик, колесико КДшится. Этот перк, он для этих... Если ты соло играешь, понял. Ну это жесткий перк. В пати он не нужен. Так, это гастейшн, да? Да. В пати ты столами просто говоришь. Блин, ты это уже третий раз пишешь. Бля, а я сейчас убиваю типа, который толкается, за шо, блять? Они... Их пятеро выживших. Mm-hmm. Ты всегда убиваешь того, кого не взяли. Mm-hmm. То есть у них mm-hmm. там... Чел, который толкается, по-моему, это самый сильный вообще. Да. Странно, что бля, у него прическа почти как у меня в школе, блять, была, только у него чуть подлиннее. Но заправка наша ультимативная карта, да, Сэмбэй? А, что? Они так... Разбудили... Они нашумели, они форсят. Они форсят. Понял. Они жестко нашумели. Подключил автомобиль? Ну там тут. Куда он заправка? Сучара, блять. Так, у меня тут двое передо мной, но они, сука, за укреплением. Не сегодня виски уже. Зря они где-то прямо разбудили. Девку два раза ударил. Так, три раза ударил девку. Ей супер неприятно.
А, блять, Саня, ебаный в рот. Ну да вот ты гонишь кого-то. Да нет, блять. Я всегда бензопилу надрачиваю. Интересно. Опа, я вижу двоих, они выбрались. Нихуя себе. Выбрались, да, уже? На улице, у меня прям. Вон. Вот тут вот, пизда, открывай. Прийти помочь? Да-да-да. Ты чё, сука? Дал ему разульку. Угу. Там он еще, видишь, справа девка одна. Я за ней. Вот, вот это нормальные сервы. Они просто зафорсили выход максимально быстро и все, блядь. Ебать, а чё, у меня стамина кончилась? Так, где они? Ага, вижу, да? Это вот вы там режете их. Давай, она все. Да, да пизда, ну что ж такое. Нормально, мужики! Это плохо, что ты знаешь. Да. Чё, плохо? Потому что надо было оставаться в подвале. Мы бы ее забрали. Да нормально, мэн, чё ты. Сколько у тебя крови, Саня? Дал в него. Блядь, дед не голоден. Ну, сука. Один ливнул уже, вы видите, что происходит, блядь? А, ебать. Вот так вот, вот, вот это, блядь, нормальные челы оказались. Ливнул тот, которого мы убили. Нет, нет, съебался, вышел и прям нет, с этого. Шел. Я не понимаю, где он ушел, правда. Либо снизу, либо там, где ты трапы ставил. Трапы я не ставил. Тут закрыто в этой. Главная заправка закрыта. Открытая маленькая. Маленькая заправка. Какая маленькая? Что, блин, за маленькая задний, заправка? Который, да? Задний ход, да, открыт. Все понял. Вот где сейчас это нашумел, да? Да, да. Ага, вот тут. Так он, может, вон там внутри, блядь, уже выходит. Нет, ты на большой, Миша, ты на большой. В смысле? Да? Ты на заправке, а я на заднем. Задний, бля, ход. Я думаю, это малое, наоборот. Включил, блядь. Включил ток. Угу. Я так втором. Пока один съебался. Я буду здесь тогда жить, получается. Живи, да. Ну, или кто-то должен прийти сторожить, а я где-то должен пока-то. У меня здесь. У тебя иду. Один. Бля, ты чё, сука? Да, вот вижу. Прокляла эту детку. Убил ее. Убил? Хорош. И у меня тут чел. Иду за ним. Вас. Я за вторым бегу. Сандейлас. Он к выходу подбежит. Беги и закрывай Саня. Он, я закрыл выход, тут электричество работает. А, ну что ему пизда тут. Че, он не попытается тут перелезть? Не-не, он как бежит. Как он так крутанул, блядь? Вот так, я не попал по нему. Я его проклял тоже, вот его видно сейчас. Там надо давай сейчас перестрелывать. Нормально, нормально, мужики. Пускай он бежит и сюда. Пока он крутит. Он сейчас упадет. Вот сука, блядь. Я думал, вы его заметите, если честно. Ну, у него пусто. Там покрутил хорошо. Угу. ДБД вставил. Вот из-за того, что мы втроем вначале бегали за этим челом, мы и проебали одного так спокойно. Угу. Ну да, они тут и скрыли, блядь. Ну я буду тут дрочить с вами, короче. Я к вам не дам выключить. Давай. Я кровяку собираю. Я тоже в деда валью сейчас. О, внизу бегает. Угу, пускай бегает. Там и деда накормим, блядь, он охуеет там бегать. Заебал, дед. Да, он голоден. Наконец-то. Сколько у тебя крови? 80? 81. Нормально, на уровень хватит. Я сейчас 105 его добью. Видите его? Думаю, 60... Я не вижу. Я думаю, 60 хватит. Это вот внизу он дверь, да, тыркнул? Угу. Это он выходит... Это... Только это с дома дверь. Не?
Опа, где там? Я с дома, с дома. С дома, с дома? Вот тут она. Че, его сейчас будет холм видно. Да? А, нет, это не эта дверь. Приседает до чела, ага. Я, слушайте, гонять его, я не буду это выставлять. Блять, я не поразрубал нихуя вообще. Все, наверное, поднялся, скажите. Да, он наверху уже. Он наверху? Да ебать, колотись. А, ну походу он вот тут поднялся. А, вот тут. Бля, хуево, что я не умею бродить по этим, по лестницам. Ой-ой-ой, такие хми. Спасибо огромное, старина. Спасибо за большущий донейшн. Спасибо большое. Ну он сюда пришел. Пришел, иду, иду. Но мне тут нужна ваша помощь, там я у меня и... будет путь одной. Я иду. Дал ему две штучки, он в колоде ныряет. Опять? Да заеб... Он упал. Он упал именно, ну, рекавериться будет. Ага. Он потаймил еще прям. Да, я понимаю. Блять, дед бы затаймил сейчас нормально. А, все он. Ну, он ливнул нахуй. А, он умер. Он дотек. Спасибо, старик, за донейшн, блин. Спасибо огромное. 1000 рублей, это жестко. Привет, Хакас. Он съебался, жесткий путь. Ну, он утонулся. Очевидно было, что мы его не выпустим в эти ворота. У нас был другие. Ты молодец, что остался. У меня был собирался. Я так себе что-то сыграл в этот раз. Да нихуя себе. 2000 очков. Больше, чем это действие просто на карте и все. Ни артки я не видел. Главное, чтоб ты костяные перелазки рубил, а остальное по. Вот там, где сейчас чел в колодец упал, это задний двор, если что, ребята. Mm-hmm. Это задний двор. Либо выход акум. Там, где заправка, там два выхода. По пайпе и по просто выход, выйти через ключ. Упапи. О, бойня. Мне, кстати, бойня больше всего нравится. Она сбалансированная и для тех, и для других. После обнаружения... А, ну это хуйня вообще, жертва укрытия, это фул залупа. Family House слишком легкий для маньяков, а заправка, я хуй знаю, для кого легче. Для суров, наверное. Вот это мне нравится, прикольная тема на самом деле. Особенно когда гонишь кого-то. Миша уже вон, Буба почти полного уровня. Жестко. Тут быстрая прокачка. Угу. До 10-го. Зато теперь, когда мы будем в лобаки играть, ты не будешь. Ну, бомб. Ну, осталось только эти лобаки, блядь, собирать. Здорово, Оксаныч. Вон чел 6-го, 3-го, 0-го, 9-го. Они что-то не респекуют. Спасибо, Хатаб Большущая, за 5 подарочных подписочек. Спасибо огромное, благодарю тебя. Давайте, ребята, бойня. Бойня это, ну опять, это большая. Ну, она такая жесткая. Если чел открывает большой заводик, то уже проблемнее. Да. А там еще самое неприятное, то что можно выйти в малый завод, где много дверей. Да, там не то что две двери, туда можно попасть с одного выхода, не открывая предварительную дверь. Вот это жестко. Так, я взял хуйню, то что когда дед орёт, вы 50 выносливости восстанавливаете, поэтому можно затаймить это все дело, там, круто.
А ты с подписок это деньги лутаешь, разве нет? Это на первом уровне деда, если прокнут твой скилл первым. Нет, не лутаю. Ну они копятся просто на там и всё. На третьем уровне точно будет работать деда, понял? Угу. Я на бойне включу. Пум. Я тут заспавнился. Вот видишь, у нас рядом с дедом три перка. Угу. И вот первый будет Сандей открыть. Угу. Опа, и подруга, блядь, пожалела, нахуй. У меня самый охуенный навык. Ну надо деда, значит. Его надо рано открывать. Так, ебанул уже, ребят. Хорош. Два раза ебанул, три раза, получается, ебанул. Хорош, хорош, ебёшь. У Арсения, если чё, перк первой третички любых. Он впитывает, не получая урона. Жестко. У Арсения? Да, он говорил про этот перк. Мы вот отсюда побежали, получается. Так, это я шумлю тут внизу, если что. Еще одного резанул. А чё, не могу его рубить, пока он это? Ёбаный в рот. Сукин сын, блядь. Я до тебя доберусь! Замана такой фоф ублюдский, база. База вообще. У меня выходит трое, ребята, у меня трое все разом выходит. Одна не выходит. Да, они там поднялись все. Я за своей девкой бегу, она почти дохла. Давай, еще, тут еще один вышел у них. Хорош, Киря. Тут у меня еще сразу на. Да? Он меня толкнул. Но он пожалеет об этом. Конечно, конечно, он не уйдет далеко. Разъебал? Да, несносный глупец. Давай. Этот пока наверху по говню. Можно плечо менять на X, серьезно? Ну это неудобно будет. О, у меня. Не, это не. У меня чел или это Сися? А, это ты Сидей, бля, ебаный рот. Деда могу кармануть. Где у нас дед сидит? Чуть не могу понять. Вверху. А, там, наверху. Где я, наверху. Бля, какой ужас. Зачем ПКМ дротишь, чтоб пила не заглохла? А, раз заглохла? Ну, у меня как-то заглохло в один, ну, когда я первый раз играл, но я, возможно, так, я тут парень, сори, отходил. Ага. Уже всех трапал. Про их убили. Один остался. Да. Ну, малый завод не открыт. Вот тут разруби, Миша, где я. А где ты? Вот. Вот? Тут не пройдешь. Да, вот да, это да. Вот, короче, костяную потом разруби. Где же он ходит? А малый проверяли? Да, я нет. Что я тут? Да, ты. Каждую секунду нет смысла, да я устрашаю эти мужики, блядь. Понимаете? А у меня ласт. У тебя ласт. Ага, вижу. Гоню его. Давай. Он в дом бежит, надеюсь. Не-не-не.
На улице? Я рублю ее, но... А, давай. Все? Дальше, дальше делаем, там, слева. Вот тут? Там, где? Ага, вижу, вижу. Да все, Кирилл убивает ее, да? Ну, готово. Хорош. Хорошо, разъебали по ней. Жестко, тебя быстренько закрыли, да? Да, да, они там втроем решили выйти в одном месте, блядь, приколисты. Я просто позвонили, надо было отойти. Ну, и без меня. Да нормально все, мэн. На холодильник же играем. Я был остеточку, мужики, наверное. Ну давай одну-две сыграем и пойдем в этот. Угу. В Замберге. Ну чё, Миша, освоил Бубу? Чё скажешь? Да, блядь, чел, когда против таких челов играешь, ты не чувствуешь чего, ты в аркадку какую-то лупишь, блядь. А когда не начинается киберспорт, блядь, ты вот то, что тренил, не тренил, это вообще похуй. А вот перки качаешь. Ну да. Тук-тук, кто там? А ты же понял вообще, как на нём играть, да? Ну да, более-менее, более-менее, да. Смотри, как думаешь, связка CC? Автостопщик самая сильная? Я не слышу. Эти орут. Я медленно мутить. Я впадлу их мутить. Я уже каждый раз мучу, меня заебало. Сейчас давай загрузка будет. А я их не слышу, может тебе надо что-то раз вырубить в настройках? Мать, Миша, уже фул выносливость. Почти. Ну практически, да. Сбор крови сделал. Yeah, he said Mexican sounds good. А я не знаю, как тут на войс пиздеть им в лобби. У меня войс отключен вроде бы тоже. Ну именно мой. Whichever one's closer. Что мне пиздят-то, пусть среди стоят. Это газовая станция. Газстейшн, ага. Хорошо, что мы их в катке, блять, не слышим. Заебали бы пиздец. Они вот так орали, если ты их резал. Все правильно, я бы тоже орал, блять, если бы меня резали. Вообще так-то маньяков четверо, потому что дед исполняет роль четвертого мана. Ну, отчасти в этом что-то есть. Такой чисто комп из СЦП. Да, да. Так, они не брали челика, который звуки слушает. Да нет, Зонсрус, пока таких не было. Ну, один был только чел, но мы остальных трех захуярили. У меня был билд еще до этого. Я по 36 крови собирал, я с трех крови, короче, делал деда фугов, ну, первого уровня. Жестко, мэнс. А чё? Закрыли кто-то? Нихуя, блять. Сейчас у меня билд на яд. Они еще холду захлопнули. Да, да, да. Значит, скорее всего, там тулбокс, они там отверты. Не-не-не. Так, ну, пока никого не могу найти. Да, дед в этот раз не в доме. Блять, прямо за мной, сука. Дверь открыли? Да нет, блять, бегает прямо за мной, нахуй. О, уже сверху есть. Да. Так, ну я одну заебашил уже. Одну подругу. Да-да, я сейчас деда покормлю, подожди. Она будет открывать тот выход, где-то она скажет, уже что... открывает.
Че, мне наверх идти или внизу еще побегать? Оставайся внизу. Окей. Я на маленький. Она сейчас в подвал уходит. Я думал, ты прям там сейчас. Вы вам, блять, он не выходит. Смотри, кто заправка закрыт. Центральный выход. Этих проходов, господи. Аккумуляторная закрыта. Задняя заправка. Нам надо чекнуть там, кстати, где мы спавнили. Я говорю, там закрыта, маленькая заправка закрыта. А, ну... Точнее, ему задний выход. Заправка тоже, я только что там не знаю. Ловушка поставила. Так, ну у меня тут выход на лестнице открыт. А не с лестницы кто-то вышел. Это и задолго. Типа Саня к тебе бежит. Он сейчас в ловушку нас пойдет, скорее всего. Кнопка у меня, но он в яде. Да, я его съел. Покормишь деда тогда? А? Деда покорми. Да, да. Так, ну я у себя пока, парни, никого не могу найти. Мне кажется, они все уже у вас, так походу, поднимайся, они... Поднимайся, пили нам эти костяные пудни. Да, давай. Ну, сейчас я посмотрю, вот дедушка что-нибудь скажет. Нет, дедушка ничего не сказал. Опа. Оказалось. Надо проверить выходы сейчас. Деда кормлю. Иди задний выход проверяй. Угу. Okay. Иди. Так это Сися вроде бы была. А, вон они вдвоем, блять, уже бегут там. Они уже сзади, где эти? Где аккумуляторы, блять? Понял, на аккумах. Идем. О, они уже мне пока съебывают, пацаны. Скорее всего. У нас на время. Чтобы открыть двери или да, что-то. Да. Они открыли уже, они просто такого рода ждут, типа. Угу. Пробаем. Да, бежали. Бля, жестко, ну что-то. Дверь открыта была. Что-то этот момент как-то вообще проебали, блять. Здорово вам. Так на среднюю кнопку это чисто вижен и все. Он не меняется. Ну и ластовую давайте. Слишком долго в подвале сидел? Ну, блять, ко мне какие вопросы? Я спросил, пацаны, надо подняться? Типа, мне сказали нет. Так сказать, мы играем же командой, и я так понял, пацаны держали все под контролем. Ну, по крайней мере, они так думали. Типа я же не знаю, что у них там наверху происходит. Мое дело внизу смотреть. Вообще в подвале на самом деле нехуй сидеть. Как только дед орёт, можно... Не знаю, некоторые челы наоборот в подвале очень долго дрочат, типа. Да в смысле недостаточно, блять? Сколько надо-то нахуй? Надо 3, а у тебя 2. А-а-а. Никого же вроде не было внизу. Бля, не знаю, я наоборот играю так, что я чаще в подвале дольше сижу. С мыслью того, что ман подумает так же, что все уже выбрались наверх. Так снизу все равно делать нехуй. Нет, ты снизу можешь все двери открыть. Я не знаю, эти многие не пользуются, это жесткая тема.
Пока ты не открыл хотя бы все двери, тут... кроме одной, например, вообще нахуй вылазить, ну, не вижу смысла. Так, ну кони они не брали, значит, быстро не откроют. Если что, говорите подниматься, если чувствуете, что, ну, требуется хелпа наверху. Это я не задерживаюсь, сам просто понимаю. Не, ну, блядь, мужики, играем в команде, коммуникация, типа. Если я буду чувствовать, что мне помощь внизу будет нужна от одного, я скажу, если наоборот, то вы мне говорите. Ну, будто бы нам вообще, ну, нет смысла потом, на самом деле, заходить. Ну, вспоминая прошлую игру ребят, которые в стаке играли, Максим, Лиза и Сеня, то, блядь, они нормально приходят, помогают и двоих-троих забирают вот этим макаром уже. Так что это нормальная тематика. Уверенная. Тут выходили, либо направо, либо налево ушли, да? Нихуя, блять. А ты неплох. До меня чел толкнул. Никого не могу найти. Это мои кости. Открыли, да? Да. Блять, хуёво, вообще ничего не сделал, блять. Да, они у меня тут, я не дал вылезти. Хорош. Они наверх, вот наверх вылезают, где дверь. Двое вылезают. Я знаю. Я одну за одной бегу. Ебать, актер нахуй. Одного забрал. С другой я бегу, нормально. Вот с моей стороны вылезла одна. Так, ну я, наверное, ищу подъем и поднимаюсь. Нормально? Стоит? Ну, такие, типа, скилловые челики, которые знают за механики игры, но пытаются это обузить, я вижу. Угу. Но идет нахуй по итогу. Готов. Зарезал одного? Хорош. Кормлю деда, сейчас будет еще информейшн. Я снизу крапки собираю. Давай. Там, короче, я только... Девка залезла в щель. Я за ней начинаю лезть в щель. И она тут же обратно через мою модельку типа пролезает. Угу. Сверху. Угу. Я пошел на улицу. Молодец. Сидят на жопе ровно. Открыли малый завод. Открыли, открыли малый завод, иду. Да. Иду по второй двери на малом. Да, они уже тут. Ломает геник, генератор ломает. Их тут двое, мне нужна помощь. Иду, иду, иду. Отогнал, отогнал от геника. Он меня ударил.
У меня еще и ножом пырнул. А там генератор разве надо отключать? Да. А, да, но точно. Я не дам отключать. Хорош. Тут еще один сразу. Так, ну я одного коцнул. Где он? А, ну они оба нырнули в этот. Оба нырнули, понял. Все, заебись, хуем. Не выпустим отсюда больше. Угу. Но они аккуратно, один с ножом бегает. Угу. Так, я вот пока он нам подготовлю тогда плацдарм. Там есть какие-то у них еще ауты, которые можно распилить или что-то такое? Кормите деда, он половый будет. У меня 8 крови, мэн, нехуй кормить. Дэй? 0. Сандею отпускать, да, такое. Я не буду уходить с этой локи. Давай. Но мне кажется, они воспользуются этим. Пожалуйста, идите вдвоем просто другой выход, кемпите. Я тут буду соло держать. Я сейчас... Тебя не надо уже. Пусть пользуются сколько угодно. Иди сюда. Да. Иди сюда, Сандей, сейчас. Я тут говню им. Я не пойду никуда. У меня тут чел здесь. Линия обороны жесткая вообще. У тебя чел? Миша, иди сюда. Миша, иду. Лестницу иду. Кэмпи, я сейчас пойду. Давай, я давай, давай. С прыжок, где спрыгивать кэмпи. Да, я да, да. Подниматься. Поднимаешься? Да, да, поднимаюсь. Так он... Да иди за ним. Че ты деда? А он ёбнул деда. Ёбнул деда, да, до третьего уровня. Ну ёбнул, блядь, че. Приколер. Так, я пойду посмотрю выход. Не сделает. На генераторе и на выходе эти... ловушки. Так что вряд ли она закрыта. А, большого завода одну дверь чекнул, она закрыта. Иду на другую чекать. Хорошо, покорми деда. Да, ну сейчас, Саня, погоди. Дед же пока в ноке. Ну как выйдет. Вторая дверь тоже закрыта. Иду к дедушке. Ты, блядь, вылазишь, ёбаный в рот. Кормлю дедушку. Да, он успел деда, наверное. Да. Ну, он где-то на жопе дрочит. Собирай кров, Санёк. Ты, Киря, двери красную дернул. Да. Я хочу забрать одну свою ловушку и переставить ее в другое место. Угу. А, ловушка сработала. Ловушка? Нет. Где? Да. Не могу понять, где. Я пойду к Геннику, может быть, перед входом в маленький завод. Чекните. Ладно. Перед входом в маленький завод, да, который она, помещение. Она, там, да? Она упала, она умерла от ловушки нахуй. Все, сдохла? Да, она выродила Геннику. Хорош. А дверь открыта нерезко была? Там же топ был. Да, открыто. Они, ну, ее еще надо открыть отверткой. То есть она почти вышла, она из двоей ловушки только. Жесткие мужики. Ну тут нормально все сделали. Че, все, Миша, там наигрался? Да, я так понял, Кири скорее наигрался, чем я. Ну я, наверное, да, все-таки уже давно не играю. Ну ладно. Сейчас 3, по-моему, в эту игру играем. Не знаю, мне нравится. Когда вот втроем за банок играешь одним стаком своим. Да, нормально, да. Ту-ту-ту-ту-ту. А, у нас новую катку, блядь, нашло. Сейчас обломаю мужичков немного. Вот это, кстати, охуенная тема. Вот это реально хорошая тематика. Брутальная сила тоже заебись.
Так, я пойду перекурю, скоро приду. Давай. У нас то есть на фол, Миша. Да. Все четко. Все, прокачались, блин.